Правительство страны предложило собирать деньги за каждый вывезенный бак мусора. Об этом рассказал ТАСС, исполнительный директор российского экологического оператора. Сейчас тариф рассчитывается по такой схеме. Один кубический метр отходов умножается на региональный коэффициент и делится на число дней. Однако еще в марте премьер-министр Дмитрий Медведев признал такую систему несправедливой. С одного дома могли собрать один бак отходов, с другого – 10, а платят все одинаково. Красноярские регоператоры к инициативе относятся с осторожностью. Говорят, что новое правило приведет к сбою в графике вывоза. Но куда большие проблемы инициатива принесет самим жителям. Многие юридические лица не платят и везут свои отходы в жилые дома. Тем самым сегодня жители не платят. А если систему поменять по факту вывоза контейнеров, то вот такие, скажем, незаконопослушные юридические лица будут в эти контейнера жителям вывозить отходы, и жители будут обязаны платить за кого-то.